Краевой бюджет формируется на базе государственных программ, перечень которых утвержден распоряжением правительства, и в программном формате. В 2021 году, как и в 2020 году, будут реализовываться 27 государственных программ Камчатского края. Государственная программа Камчатского края охватывает все основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти и направлена на повышение результативности и эффективности расходов краевого бюджета.